Бренди-бренди, балалайка, не жена моя парайка, да моя Шурочка, да раскаурочка. Это будешь песню петь, Боба? А? Нет. Нет, почему ж ты не петь? Что она тебе, эта песня, вот, ты не нравится? Нет. А? Нет? Ну, а какой же будешь петь? Которую долго петь. Которую долго петь? Да. Кутунья песню или кого? Такую. Ну, какую? Ну, а что ты поешь? Свою. Мою поешь, правильно, хорошо. Свою. Мою будешь петь, все. Свою. Свою, свою, все. Да, моя вся жизнь, она была удачной тем, что я с 14 лет знал, чем я буду заниматься. Я тогда увлекся Египтом. И настолько увлекся, что завидовал даже перелетным птицам, которые могли садиться на древние памятники Египта, на стены храмов и на пирамиды. Вот уже 40 лет, как я хожу каждый день в Эрмитаж именно этой дорогой. Впервые я переступил порог Эрмитажа очень давно. Настолько давно, что я даже шучу, что это было до нашей эры. Когда я хожу по Эрмитажу, я очень часто захожу именно в эти залы. Как много мне они напоминают. Год 1922. Только что открылся отдел древностей после реэвакуации Эрмитажа. Да, именно здесь была выставка древнего боя. Но вот этот страж, этот лев, он по-прежнему стоит на своем месте. Я археолог. Я человек очень конкретный. Я люблю философские вопросы. Давайте говорить больше на, значит, конкретном языке, вот, конкретных фактов. Как вы относитесь к музейному буму, как деятель культуры и как директор Эрмитажа в частности? Бума нету. Бум это выдуман. Это нарастание вот интереса, которому мы плохо подготовлены. Вот и действительно мы не смогли удовлетворить пожелания широких масс ознакомиться с памятниками вот, и с искусством. И сейчас нам очень трудно, потому что посещение Эрмитажа вот, бывает стихийным. Очень трудно вот, предусмотреть. Но я категорически против того, чтобы ограничивать доступ в самый Эрмитаж. Я думаю, что если люди ходят, то это очень вот хорошо, если они даже без вот подготовки ходят. Вот пришла школа, детская школа из Колпино, детская вот, уже вот музыкальная школа. Пришли дети в залы. И вдруг одно девочке вырвалось. А разве может так быть? Детский всплеск. А вот за это восприятие можно уже всем выход просить. Все вот хотят вот посмотреть выход красивый. Все хотят. Как-то в Лондоне на конференции меня очень жали, вот говорили, что мы слишком пропагандируем наших вот, посетителей, что мы им вот, навязываем наши точки зрения. Ну, в общем, то, что обычно вот, говорится, те, вот, которым вот, не нравится наша вот, культурная вот, политика. И я сказал, слушайте, у нас может прийти любой в Эрмитаж. И я даже люблю, когда ходят в Эрмитаж влюбленные. И на следующий день в газетах лондонских был
аншлаг. Директор крупнейшего музея в мире «Эрмитаж» сказал, что он любит, когда вот музей вот посещает влюбленный. Действительно, я вот люблю, я не отказываюсь. Вы заболели Египтом. С чего бы это началось ваше увлечение Египтом? Действительно, я заболел в свое время Египтом. Это правильно сказано. Как-то в школу учительница на уроке древней истории принесла маленькие египетские, но подлинные статуэтки. И я бы действительно увлекся древним Египтом. Я стал читать много, рисовать много, в кружке делать доклады. В 1922 году, после реэвакуации из Москвы, вы знаете, что во время войны 2014 года были эвакуированы ценности Эрмитажа в Москву, и когда они вернулись, то был открыт отдел древностей. И я пришел туда, в отдел древностей. Проводила экскурсию великолепный педагог Наталья Давыдовна-Флитнер, сотрудник Эрмитажа. Я выказал свои знания об Египте, свою детскую начитанность, и она мне предложила ходить в Эрмитаж, заниматься не более, не менее, как древнеегипетским языком. Конечно, школьник был на седьмом небе, заниматься ему предложили египетским языком, и мы трое школьников начали у нее заниматься, и так с 1922 года, с осени 1022 года я на всю жизнь увяз, конечно, в кавычках, в Эрмитаже. Расскажите о вашей встрече с Египтом. В 1960 году по призыву ЮНЕСКО была начата кампания по спасению памятников Нубии, находящихся в зоне высотной Асуанской плотины. Академия наук Советского Союза в 1961 году организовала археологическую экспедицию для раскопок памятников, находящихся в зоне затопления. И руководство этой экспедиции было поручено мне. Среди наших работ наибольший интерес представляет древнейшее поселение Хор-Дауд, относящееся ко времени первых династий египетских фараонов, то есть около 3000 года до нашей эры. Это оказалось скотоводческое поселение, где были найдены, обнаружены ямы, в которых были помещены такие сосуды. И очень любопытно, что в одной из ям был найден отпечаток ступни человека. Пожалуйста, покажите этот замечательный предмет. Тут вырезанная часть ямы, и вы видите ступню человека. Сколько было директоров Эрмитажа за его историю? История Эрмитажа началась без директоров. Первая коллекция картин в Зимний дворец была доставлена в 1764 году. Она была размещена в маленькой комнатке, которая называлась «Эрмитаж», находившаяся в павильонном зале. Павильонный зал был перестроен, комнатка эта пропала, но в этой маленькой комнате были два подъемных стола на 12 персон. Это был Эрмитаж, по-французски «место уединения», где, могли пребывать в изолированности члены царского дома.
И в этой комнатке было 93 картины, вот, развешано из вот купленных. Ну, и вот когда прибавлялись вот картины, то вот говорилось, растет Эрмитаж, растет Эрмитаж. Вот так место уединения и выросло до 353 залов, до посещаемости 3 миллиона 500 тысяч в год. Все равно это наша вот махина называется Эрмитажем, местом уединения. Директора начались поздно, с 1863 года, то есть через 99 лет после поступления. Они были царедворцами, но очень крупными людьми. Скажем, князь Трубецкой. Но если мы посмотрим его дело, направлен курьером в Берлин. В Кронштадте исследовал по кражу пороха с форта Павел I, усмирял вот закатальское возмущение, вел переговоры с турецким уполномоченным о сдаче Батуми и вступил с русскими вот войсками в Батум. В 1888 году назначен вот и директором Эрмитажа. И вот этот блестящий князь вот Трубецкой был вот и директором Эрмитажа, а при нем был академик Куни, вот небольшого роста, очень крупный ученый по русской истории. Вот, значит, всегда с самого вот начала были при директорах царедворцев научные помощники. Последним предреволюционным директором был Дмитрий Иванович Толстой. Эрмитаж очень плохо встретил революцию, объявил саботаж. Но Ленин считал, что дирекция Эрмитажа во главе с Дмитрием Ивановичем не представляет никакой опасности. И в Зимнем дворце был создан музейный совет. А Дмитрий Иванович Толстой продолжал писать письма господину комиссару Луначарскому и подписывался граф Толстой. В 1918 году, уже через несколько месяцев после революции, Дмитрий Иванович уехал во Францию без обратного билета. Очень долго были поиски коммунистов директора. И нашли Кларка. Он начал перевод Эрмитажа на новые рельсы, но так как он был очень сильно болен, его деятельность не продлилась больше одного года. И вот стал директором замечательнейший политический деятель, дипломат, военный деятель Борис Васильевич Легран. Он открыл доступ молодежи. Люди моего поколения, они леграновского набора. Только в 1931 году были открыты двери молодежи в Эрмитаж. Легран настоял на том, чтобы директором Эрмитажа был назначен Иосиф Абгарович Арбелли. Я с ним был очень близок, и все то, что я буду об нем говорить, я буду говорить с большим уважением и с большой любовью. Но это был человек, который все через конфликты делал. И он был таким нужен. И он был таким нужен для того, чтобы разворошить Эрмитажа. С его именем связаны драматические страницы в истории Эрмитажа. Ну, в 1930 году пришлось Эрмитажу помочь стране
и для нефти продавать свои ценности. Ну, вот поначалу это было все вот было в рамках того, что можно было. Были созданы выходкомиссии, вот которые отбирали материально ценные вещи, но меньшей вот художественной ценности. И вот появилась акула, Меллон, министр финансов, который воспротивился такой продаже и вот заявил, что он только покупает памятники, которые которые описаны в книге барона Врангеля «100 шедевров Эрмитажа». И вот тогда началась беда. Тогда стали уходить шедевры Эрмитажа. Борис Васильевич Легран был директором, и он от Иосифа Абгаровича Орбели взял письмо в Центральный комитет партии, который он передал через Авеля Янутидзе. И вот я вам прочту ответ. «Уважаемый товарищ Орбели, письмо ваше от 25.10 получил. Проверка показала, что заявки антиквариата не обоснованы. В связи с этим соответствующая инстанция обязала нарком внешторг и его экспертные органы не трогать сектор Востока Эрмитажа». Арбели не был еще директором. «Думаю, что можно считать вопрос исчерпанным. С глубоким уважением, Иосиф Сталин». И все кончилось. Вернулись непроданные вещи, и вся эта неприятность для Эрмитажа была прекращена единым действием Иосифа Виссарионовича. Вот таковы были директора Эрмитажа. Я 12-й и уже мучаюсь 22 года. Теперь... Что с вашей точки зрения сделали в Эрмитаже ваши предшественники? Ну вот я уже сказал, сделали очень много. В Эрмитаже для вас вот доступно все. Что вы любите больше всего? Из живописи? Мадонну Литту? Блудный сын Рембрандта? Кузница Райта. Вот это мои любимые произведения. Скажите, пожалуйста, по какой причине 1/3 всех коллекций Эрмитажа постоянно закрыта? Китай, Восток. У нас не хватает дежурных в залах. У нас 353 зала, а открыто меньше 200, потому что нету дежурных в залах. Бабушки не идут. Бабушки – это наш ценнейший фонд был. Питер Устинов, артист английский, когда он снимал здесь фильм, он о бабушках в английской газете писал. Если бы бабушки были бы в 17-м году, не было бы революции. Они бы не пустили бы штурмующих в зимний дворец. Вот уже 40 лет всех волнует судьба исчезнувшей из Екатеринского дворца в Пушкиной янтарной комнаты. Какова ваша точка зрения на ее судьбу? Ну вот вы тут слышали несколько версий Юлиана Семенова. Комната, безусловно, погибла. Если она даже и будет найдена, то вот это будет уже такие остатки, которые трудно восстановимы. Ведь если сейчас я редактировал
воспоминания Кучумова. Они еще не вышли. Это в рукописи. Он рассказывает, когда готовили к эвакуации музей Пушкина, то к янтарю притронуться нельзя было. Он крошился. И потому оставили ее. Ее оставили не потому, что не, значит, успели, потому что нельзя было ее тронуть. Нельзя было ее тронуть. Она крошилась. Но все-таки немцы ее увезли. Она была в Кёнигсбергском замке. Там нашли мозаику от этой комнаты, части комнаты, но вот янтаря не нашли. Кёнигсберг эвакуировался в спешке. Я думаю, что немцам было не до комнаты, не до комнаты. Они эвакуировались воздухом, эвакуировали свои части, людей эвакуировали, воинские части. И вот, по-видимому, где-то комната сгорела в Пагаузе при перегрузках. Но если она и будет найдена, она уже будет в таком виде, что она не восстановима. Как вы определяете культурное наследие? Что такое культура? Культура – это специфическая деятельность человека, направленная на создание материальных и духовных ценностей. Я это же вам уже сказал. На чем зиждется культура? Культура зиждется на том опыте, и на тех знаниях, на багаже опыта и знания предшествующих поколений. Без культурного наследия и без преемственности поколений развитие быть не может. Культурное наследие идет с глубоких веков, но оно переосмысляется. И в этом самая важная черта передачи культурного наследия от одной экономической формации к другой. В Карлсруэ я видел выставку «Пикассо и античность». Выставка Пикассо была около античных залов. В античном зале висели его литографии. А в его зале стояли античные вещи. И по-немецки говоря, es geht, это идет, это друг другу соответствует. И там были его рисунки, целая серия рисунков, когда он перерабатывал античные формы. Альро, бывший министр культуры Франции, он нам рассказывает, как Пикассо зашел в Трокадеро на этнографическую выставку. Пришел и начал шуметь. Здесь блохи, здесь грязь, здесь я сейчас уйду, я не хочу это смотреть. Вдруг он остановился, как пишет Мальро, и сказал: я заколдован, я не могу отсюда уйти. Вот эти формы негритянских скульптур на него повлияли. Это кубистическая огранка негритянских идолов стала импульсом для Пикассо, для его кубистического творчества. Но он не копировал их, он перерабатывал. Вот в этом-то все и дело, что великий художник, находясь под воздействием другого культурного наследия, перерабатывает его. Вот мне бросилась в глаза другая записка, как было открыто Урарту. Ну, Эрмитаж был не тот, который сейчас. Молодежь не брали. И ввиду того, что я не мог сюда попасть в штат, хотя каждый день приходил, я поступил в Академию истории материальной культуры к Николаю Яковлевичу Мару, к академику Николаю Яковлевичу Мару. И Николай Яковлевич Мар мне сказал, египтолог,
Египет далеко. Вот есть древнее восточное государство Урарту. На вот скалах Армении есть надписи. А вот нужно найти материальную культуру. Я 9 лет проводил разведки повод Армении. В 1939 году остановился на одном очень интересном памятнике Кармир-Блур. Это древний гурарский центр 7 века до нашей эры. Раскопки у меня длились с 39 до 71 года с перерывом на 3 года войны. И эти раскопки стали эталонными для изучения урарского государства. Ну, что нам дали раскопки Кармир-Блура? Раскопки Кармир-Блура показали, что это был крупный хозяйственный центр Урарту. Это был крупный центр земледелия, скотоводства, ремесел. И вот у нас из раскопок найдены такие обуглившиеся слегка зерна. Это зерна пшеницы. 2700 лет этим зернам. Очень важный вопрос для изучения значения этого урарского центра в Закавказе представляет вопрос об взаимоотношении Урарту и скифов. Вот эта маленькая фигурка, она является частью конского убора скифского типа. Вы видите здесь головку грифона, и хотя это делал урарский мастер, ее очень трудно отличить от подлинных скифских вещей. В одном из карасов, в большом кувшине глиняном, было найдено 97 таких чаш. Я уже счет потерял. Они сохранили свой блеск, свой звон. В каждой из них имя царя, имя урарского царя. Вот тут имя Сардури. Имя Сардури. Ну, я вам сказал, что они не потеряли свой звон. И послушаем голос Сардури. Это пиршественные чаши. Кармир-Блур стал сейчас эталонным памятником для урарской культуры. Потому что он дал столько материала, что при других раскопках даже половины его не насчитаешь. Вы входите в комиссии по охране памятников. Какие проблемы в этом деле сегодня наиболее трудно разрешимы? Я не только вхожу в комиссию, но я председатель Ленинградского совета общества охраны памятников истории и культуры. Самый трудно разрешимый проблема. Это никто не хочет взять памятники на свою ответственность. Если исторический памятник существует, его надо сохранять, его нужно передать. У нас нету охранной администрации. Охраняет то учреждение, которое его берет. Вот самое трудное дело найти хозяина историческому памятнику. Если деревянный дом, который подлежит охране, он не заселяется 4 месяца, то он или будет сожжен, или там будет притон. Справедливо совершенно исполнительный комитет Ленинградский горсовет дает срок полгода. Если освободился памятник, мы за полгода должны его
используется. Почему в Лондоне публично обсуждаются даже вопросы о переносе трамвайных маршрутов, а наша печать безмолвствует, когда вот собирается сносить целые кварталы в городе? Печать вот безмолвствует, но люди шумят. Очень много пересматривает вопросов. Но есть трудные. Город вот живой вот организм. Но многое вот, удается восстановить городу, даже вот восстанавливать разрушенные и вот снесенные вещи. Как портик Русско, на вот Невском. Портик Русско же был разрушен. Мы его восстановили. А? Перерыв вам нужно? Можно продолжать или нет? В наши дни партия призывает критически переосмыслить свою работу. Какие ошибки своей работы вы собираетесь признать и что делать для их исправления? Признаем много ошибок, пытаемся их исправлять. Мы знаем, что мы все-таки недостаточно хорошо обслуживаем посетителей, Ну, иногда нам очень трудно учесть плановость посещаемости. Это показала Вашингтонская выставка, которую продлить нельзя было. Последний день мы ее продлили до 9 часов. Запустили публику, которая стояла на набережной, запустили ее в самый Эрмитаж, и хвост стоял в Эрмитаже. И как меня ругали, что мы плохо обслуживаем посетителей, плохо обслуживаем, а я их ругал, а я посетителей ругал. Почему же вы, черт вас дери, пришли в последний день, и не только в последний день, но и в последний час, Ну, сотрудники Эрмитажа хорошо приняли на себя этот удар, продлили до полдесятого. А что было с гардеробщицами? Вы представляете? Сотрудникам было просто, а с гардеробщицами это было абсолютно непросто. Их уломать, продлить.
Ну, у нас очень много, вот, конечно, еще выходы не значит, доработок, но при такой массовой выход работе вы уже прощаете нам всякие беды и вот советами вот, помогаете нам их вот, устранять. Расскажите, каким образом вот, пополняются фонды Эрмитажа. У нас есть вот, закупочная выходкомиссия. У закупочной выходкомиссии 200 тысяч рублей, которые мы можем тратить вот, по своему усмотрению Эрмитаж. Правительство нам всегда вот, дает деньги на большие вот, покупки. Мы вот, купили Меншикова, расстрелили 40 тысяч долларов. Мы вот, купили вот, недавно гобелен Анинской эпохи, 800 тысяч франков вот, заплатили. Мы вот, участвовали в аукционах, купили Петровские эмали. В аукционах мы участвуем инкогнито. Это только фирма аукционная. Вот, на следующий день объявляет, что вот эти вещи купил Эрмитаж, да еще в кредит, но об этом они не вот, пишут. А им, этим фирмам, очень важно вот, участие Эрмитажа. Но если Эрмитаж будет торговаться в открытую, не дадут купить. Представитель Эрмитажа вот, покупает, значит, это очень ценная вещь. Ну вот, но очень важная вещь – это дары. Дары. Ведь великолепный итальянский вот, художник Ренато вот, Гутузо, он нам вот, подарил несколько картин. Секретарь вот, Матисса Делекторская, секретарь вот, художника вот, Матисса, она нам и рисунки вот, Матисса вот, подарила, и вот, подарила живопись вот, Матисса. Мы ей очень вот, благодарны. Целую лекцию можно вот, прочесть об друзьях Эрмитажа и как художники мира ценят наш вот, музей и вот, считают вот, для себя честью быть в нем выставленным. Недавно в статье вот, газеты «Известия» рассказывалось о том, что через полтора года авторская живопись Рембрандта в картине Данаи будет раскрыта. Но я, как химик, знаю, что такое серная кислота, и верю в это с трудом. А сами-то сотрудники Эрмитажа в это верят. Что же вот сейчас с Данаи случилось? Вот в этот несчастный день человек, просто скажем, сумасшедший, он плеснул дважды кислотой серной вот, на вот, Данаю. Были приняты меры по быстрому смыву вот, кислоты. Через полтора часа вот, работы кислота была удалена. Тогда вот началась работа по закреплению и вот консервации. Создана вот правительственная вот комиссия, которая сейчас вырабатывает вот методику реставрации. Я очень ценю те вот отклики, вот которые были вот со стороны ленинградцев по вот отношению к нашей беде. Я получал письма, стихи. Вот присылались цветы к Данае. Это очень все приятно. Это очень все вот приятно, что вот, вот такая беда беспокоит наших вот, ленинградцев. И я вас вот, заверяю, что вот реставрация вот, Данаи будет сделана так, как надо. Потери красочного слоя нету, никаких прожогов нету, есть только нарушение лака, ведь ее бедную за 350 лет сколько раз лаком вот, покрывали. И вот потеряно только иногда верхний красочный слой. Рентген вот, показал, что у Данаи раньше было ожерелье. Потом Рембрандт и вот записал. И вот стекавшая струйка серной вот кислоты этого вот
до вот этого ожерелья вот не дошла, потому что она только тронула вот поверхностный слой. Но я тут вот запутался немножко. Как изменяется характер этих советов, которые вы даете своим детям и внукам на протяжении последних 3 десятилетий? В основном мой вот совет остается тем же. Выбери себе цель и иди к ней прямо. Не вот отходи. Надо вот воспринимать вот современность. Надо быть активным общественным деятелем, надо вот, помогать людям строить новую жизнь. Нужно друг другу помогать всегда. Ну, видите, я могу сказать об роли коллектива вот, во время блокады. Я здесь был не всю блокаду, но в самые трудные дни блокады. И могу сказать, что взаимная поддержка и взаимная работа очень помогала. У меня нет чувства ужаса от блокады. Все те мои товарищи, которые с самого первого дня были в подразделениях охраны Эрмитажа, они выжили, несмотря вот на то, что у нас было только вот 500 грамм хлеба, и больше ничего не было. Не 500, 200, я оговорился, 200 грамм хлеба у нас было, паёк, и больше ничего не было. Но, значит, потому что это был коллектив, очень спаянный, люди выжили. Эрмитаж встретил Великую Отечественную войну организовано. Надо было подготовить здание ко всяким трудностям, а главное, надо было в крепких подвалах Зимнего дворца устроить бомбоубежище. И в тяжелые дни блокады в этих эрмитажных бомбоубежищах жило до 2000 человек. Эрмитаж во время войны сильно пострадал. Было попадание 2 бомб, разрывами снарядов были разрушены кареты. Но жизнь не затухала. По традиции Эрмитажа продолжали отмечать юбилеи наших братских республик. Юбилей Алишера Навои пришелся еще на более тяжелое время, на 10 декабря 1941 года. Прекратили уже хождение трамвая, было выключено электричество, но художник Ломоносовского завода «МОХ» расписал к этому дню 2 вазочки на мотивы Алишера Навои. Но как было их обжечь? И вот полярная звезда, база подводных лодок, корабль, который стоял около Эрмитажа, протянул электрический кабель для того, чтобы могла работать муфельная печь. И эти замечательные 2 предмета были обожжены 7 декабря 1941 года. Чем занимаются ваши дети и кто по специальности ваша жена? Мои дети 2 сыновей. Один из них арабист. Он в институте востоковедения. Нынче он находится в Йемене в составе археологической экспедиции Академии наук, которая проводит там раскопки. Второй сын – фармаколог, моя жена – археолог. В шутку говоря, я ее выкопал на своих раскопках. Ну, расскажу вам такой случай. В 1924 году, когда я был школьником, родственница моей учительницы по истории подарила мне 2 египетских предмета.
Это одна маленькая вот фигурка Исиды, амулет и скарабей. И скарабей, жучок, крошечный вот жучок, вот печатка. Я был тогда так рад этим вещам, что я даже не спал целую ночь. И они для меня на всю жизнь остались очень ценными и дорогими, как реликвия. После блокады Ленинграда я уехал в Ереван, где я продолжал свои работы на научной. И там был крупный такой случай в моей жизни. Я женился. Что у меня было приданое? Я приехал из Ленинграда, и как самая ценная вещь был этот маленький скарабей. Я у будущей моей тещи взял золото, оправил этого вот скарабея в золотое кольцо, и это было наше обручальное кольцо. Мне пришлось поехать по разным странам. Я посетил все материки вот земного шара, кроме Антарктики. И вот в этих моих вот записных книжках отражены все вот мои вот поездки. 108 пока что вот в записных книжках. Во многих моих вот путешествиях принимала участие и Репсимея Михайловна. Но бывало, что мы с ней и расставались. Вот тут, вот эта книжка, она вот касается Австралии. И на обложке нарисован я в Австралии, и вот Ленинград. Мы находились друг к другу вверх вот ногами. В моих вот записных книжках и много текста, есть и рисунки, это древнеегипетских гробниц, серьезные дневники. У нас были и вот шуточные. Вот это по нашей экспедиции в Египет. За тропиком Рака был город Дака. Ну, вот это сотрудник у нас был Большаков, вот который очень любил говорить. Большаков у нас таков, не работает без слов. Эстетишки это, вот, конечно, шуточные, и рисунки шуточные, и справедливо послесловие. Стихи явно так себе. Написал же их Бебе. Ох, Борис Борисович, обязательно расскажите о ваших встречах с деятелями зарубежной культуры. Товарищи, я думаю, что я на этом кончу. Это очень вот интересный вопрос. Тут уже вопросы вот повторяющиеся. Если я вот на какой-нибудь животрепещущий вопрос не вот ответил, вы мне устно его зададите. Я только вам расскажу об моих встречах в Англии с двумя совершенно вот противоположными людьми. Встреча была на протяжении 3 дней. Первое – это было Агата Кристи. Муж Агаты Кристи, археолог Меловен, он сотрудничает со мной по изучению, сотрудничал, к сожалению, он умер, по изучению Древнего Востока. И я получил приглашение, будучи в Англии, посетить таверну «Белый олень», куда должен был приехать Меловен. Эта таверна находится между Оксфордом и Лондоном. Я ехал с большой тревогой, будет ли Агата Кристи там. Ну вот подъезжаю с директором Оксфордского музея, и он мне говорит:
Борис Борисович, то есть профессор, он по отчеству не называет, профессор, вот стоит машина с тройками, 3-3-3-3, это ЭГЭТ, это вот машина ЭГЭТ. Ну, я очень обрадовался, вхожу в темную первую комнату таверны и вижу знакомого мне Макса Меловена, такого бухшего, немецкого, и рядом с ним сидит старая-старая женщина. Ну, я догадался, что это Агата Кристи, но очень удивился. Правда, Агата Кристи шутила, что вот она очень любит археологов, потому что они ценят древности. И вот ее муж Макс Меловен был значительно моложе ее. Но когда я стал с ней разговаривать, у нее вдруг выскочили чертики из глаз. Она преобразилась и стала совершенно другой. И вот разговор был очень веселый, она и шутила, она говорила об Рахманинове, как она любит русскую музыку, она вот говорила об русской культуре, она говорила о том, как она на раскопках была, о том, что как она пишет вот свои произведения. Был я и на раскопках, где работал ее муж, посетил комнату Агаты Кристи уже без нее, ее вот не было. И мне вот показали записку, вот, которую она вывешивала, когда она была занята своим творчеством. Записка звучала по-русски вот примерно так. «Войди, войди, посмотрим, что с тобою будет». Это выставка, то есть вот записка, вот, которая охраняла доступ. Через день я был у другого человека, у Генри Мура. Это величайшего скульптора современности. Я вот приехал вот к нему на вот его поместье, встретила меня секретарша его, сказала, что он в саду, что он грузит свою скульптуру. И меня удивило громадное количество слепков в шкафах, слепки примитивного искусства и каменного века, слепки негритянского искусства, слепки кикладского искусства, греческого, все вот слепки. Все слепки. У Родена были все подлинники, но, правда, вот второго сорта, а здесь все вот слепки. Появился он, хозяин. Он очень вот похож на Мартиросова Сарьяна. И видом, и вот такой же приветливый, и очень вот похож на вот Сарьяна, этого замечательного армянского художника и замечательного человека. И мы с ним провели несколько часов, и он мне рассказывал об своем творчестве. И вот я понял, что он этот человек, который сейчас вот представляет самую модернистическую линию в искусстве, не отрывается от культурного наследия. Он мне вот показал поверженного воина греческой. Это очень экспрессивная фигура, очень напоминает те фигуры погибших людей, которые были добыты в Помпеях. В полости, где были умершие люди, заливался гипс, и вот были найдены, то есть и были вот воспроизведены формы этих погибших людей. Я его спросил, профессор, а не повлияло ли на вас именно эти скульптуры? Генри Мур стукнул по голове и сказал, а вы, может быть, правы, я об этом и не думал. Когда я был у Мура, я понял, каково колоссальное значение культурного наследия. Позвольте на этом кончить нашу встречу. Если я не ответил на какие-нибудь вопросы, которые вы считаете важными, поставьте мне это на вид, и я вам отвечу индивидуально. Спасибо.
Спасибо. Если есть все-таки вопросы, вот, на которые я не ответил, задавайте. Хотя уже и поздно. Охрана Эрмитажа, но правда, выход-то дворец еще полон. Что? Я люблю выход поэзию разную. От Игоря Выходы Северянина до Пушкина. Я как-то вот сейчас отстал от современной выход поэзии. Я очень любил выход Маяковского. Очень любил выход Маяковского. Я вот пытался не вот пропускать его выступление. Я еще был студентом, школьником. Когда он вот выступал в клубах, мы вот покупали вот билеты входные. Он был на вот сцене один, видел, что мы вот толпились, и говорил: «Ребята, вот здесь же места много». И я несколько раз слышал его вот выступление, сидя у его ног. Я видел его громадные вот ботинки, гремящие. Наверху голос. Но никто не может воспроизвести выход Маяковского. Это было магическое действие. Это было вот воздействие этого человека. Последнее его выход выступление было очень печальным. Он обычно много читал. Выступал. Тут он вот читал свои вот стихи об Америке. И когда его вызвали, то он прочел одно вот стихотворение, которое долго не было вот напечатано. Мы его вот пытались вот восстановить по памяти, и только восстановили его очень вот дефектно, и только у вот Полонского оно вот потом вот появилось. «Я хотел быть понят своей страной, а не буду понят, что ж, над своей страной я пройду стороной, как проходит косой дождь». Прочел стихотворение, ушел. Это было последний раз, когда я его видел. Но увлечение выход Маяковским мне вот теперь уже обошлось дорого. Я не видел и не слышал Есенина, потому что те, кто увлекались выход Маяковским, те выход и не ходили на Есенина. Мне это очень жалко, моя это глупость, которая была мною вот совершена в молодости. Ну, у Есенина, вот, конечно, замечательные стихи, и вот лирические, и космические. «Приди, явись к нам, красный конь, впрягись в земли оглобли, нам горьким стало молоко под нашей ветхой кровлей. Пусть они, те, кто во мгле наш спьют лампады в небе, увидят со своих полей, что мы к ним в гости едем». Вот выход и Есенин предвосхитил вот космические полеты. Полеты. Ну, о поэзии можно много выхода говорить, конечно, ни с чем вот несравнимый Пушкин, Моцарт и вот Сальери. Ну, я все-таки археолог и мало разбираюсь. Thank you.